Так. Английский, пожалуйста. Так. Графоний. Мексика, 23 октября, 19.00. Мы на месте. Тебе пойду за мотоциклом. Ценю вашу помощь, но не знаю, что бы я без вас сделал. Да не волнуйтесь, я скоро вернусь с бензином. Спасибо, я как-нибудь отблагодарю. Да без проблем, только не ходите те туда одни. В это чертово место. А вот проваливай отсюда, в этих местах, потому что таких грешников, как ты, которые зло приносят, не любят. Уходи, или откроешь двери, которые потом уже не закрыть, и пустишь существ тьмы, и испоганишь все на своем пути злом. Магдалина, хорош отпугивать посетителей, извините, она всегда такая. Так, ну что, попытка номер 5 сейчас, да? Давайте попробуем хоть нормально записать одну серию. Это ж невыносимо. I'm sorry about what just happened. Мне жаль, что так получилось. No problem. Да, без проблем. Меня зовут Клаудия, я репортерша. Хотела расспросить местных или задать несколько вопросов вашему этому... вождю, короче говоря. Рада познакомиться. Мой дед, короче говоря, это вождь местного поселка. Я вас к нему отведу. Вот первый раз в Сан-Хосе, да? Да, честно говоря, я хотела заняться расследованием по поводу больницы Сан-Милагро, но осталось мало времени к Хэллоуину. А, ну да. Вам лучше действительно поговорить с моим дедом. Итак, вы хотите побольше узнать о больнице Милагро, да? О психиатрической. Верно, сэр. Зовите меня Карлос. Поговаривают, что там мы проводили эксперименты на пациентах. Как думаете, тебе там осталось что-то, что могло бы помочь поймать преступников? Ну, иногда там происходят необъяснимые вещи. Мы стараемся туда не лезть. Но люди где просто так исчезают. Так как думаете, что там произошло? Место там много лет назад закрыли из-за того, что с пациентами жестоко обращались, но когда власти прибыли на место, то не обнаружили ни пациентов, ни персонала. Да, это как раз многие решили верить. Вы что-то знаете? Вот, выпейте. Это поможет вам раскрыть ваш разум. Спасибо, не надо. Вам нужно пойти дальше, чтобы увидеть то, чего не видят остальные. Ладно, но только пообещайте рассказать, что вы знаете о больнице. Да, я и так это сделаю. Что ж, я вижу, вы действительно намерены раскрыть всю правду. Есть люди, рожденные с даром, они видят то, чего не видят остальные, однако есть еще более опасные люди. Те, которые не знают, как управлять своим разумом и материализуют свой страх и ненависть. Вы в порядке, мисс? Где у вас туалет, а?
Дальше по коридору. Надо умыться перед тем, как уходить. Мам? О, господи. Что теперь и как? А, ну да. Ну, пока, кажется, работает, уже неплохо. Не стоит лезть, куда не просят, короче, в личное пространство, скажем так, нарушать. Это может помочь, более утоляюще открыть, использовать на себе. О, раз и сразу, как рукой сняло все прям вообще. Что за... Are you okay? Вы в порядке там? Is something wrong? Что-то случилось, дедушка? Thanks for the help. Спасибо за помощь, но я пойду. What the hell? Какого черта? То мне нужно уходить отсюда. О, мама. Take this. Держи. Давай. Так, теперь зарядка. Я побежал, короче. О, мама. Проползай, ну, давай. Так. Так, на пробел уклонения, нам говорят. О, мотоцикл. Оу! Ебала какая-то. Ой-ой-ой. Run. Беги. Бегу. Опа. Here. Сюда. Так, а как ты? Ага, нормально. What are those things? Что это за твари? Things? You need to relax. Твари, вам нужно расслабиться. Вы выпили кое-что сильно, оно ломает вам восприятие. Я потом объясню, короче. Я без объяснений никуда не пойду. Это самое. Чем больше вы об этом будете думать, тем больше их будет. Поверьте, вам нужно контролировать ваш разум. А пока что... То уходите по крышам, я потом вам расскажу про там больницу Милагра, короче. Вот. Ее голова вам следит за этой камерой, да. А, как смотрит. Тут хоть на этот самый, на приюху ставь, ляйки. За ней... Можешь надеть камеру тут? Не знаю. Так, еще раз я... Опа.
И по крышам, короче, как-то по крышам. Ага, вон они мотаются, за черти. Ну, я патроны их тут не буду растрачивать. А как мне? Как мне? А, ну да. Давай как могу. Паркур. Воу. Че это было? Лол. Оу. Так. Альт атаковать, получается. Альт-блок. Опа! G, короче, взаимодействовать как-то. Не знаю. Так, минус один. Нет. Не минус пока еще. Да шо ж ты на, бля. Оу. Ой. Ой-ой-ой. Не знаю. Не знаю, не знаю. Че-то, короче. Че-то нам наваляли. Тут, наверное, по сюжету так должно быть. Was I dreaming? Ой, господи, только не бесконечные загрузки. Я тебя прошу. Так, что за дичь мне тут вытирают в игре, не знаю. Это надо, да, спрашивать у этого испанского разработчика. Ну, как обычно, у них свои какие-то мутки, это там другая культура, так что. А прогрузится ли вообще? Я буду дожидаться, он бесконечно сейчас опять. Что там у нас по загрузке? На полную. Возможно, на если перекинуть игруху на другой диск, то легче пойдет. О, господи. Кто-то кончил. Emma, are you okay? Эмма, ты в порядке? Где мы? Не знаю, но нам нужно отсюда, да, выбираться. Нажмите F, чтобы приказать Эмме следовать за вами. Так. Come with me. Sorry, I need this. Простите, мне это понадобится. О боже. Да. Так, зажмите Tab, чтобы включить или выключить свет. Хорошо. Ну, вроде работает нормальненько. Ну, оптимизировано все, как бы, то просто этот. Я так понимаю, у меня просто диск накрывается потихоньку. Так, а где пистоль? Нельзя взять пистоль? Ножик есть. Ножик, режек есть. Так, ну ладно. Я пока что похожу. Ну, посмотрю там, что делается. Судя по всему, нас закинули в ту самую... Опаньки, а там что-то в углу было, что-то. Возможно, при помощи подходящего инструмента получится снять. Надо, да, испанский, короче, чекапком, да. Где подруга? Нормально все? Не хотелось бы потерять еще подругу. Тут, если я не ошибаюсь, можно на вдвоем играть даже. В кооператив, так сказать. Как хочется совернуться. Верю тебе, Макс. Верю, конечно, я понимаю. Ну, это самое, у меня тут тоже сейчас положение такое сложилось, что если я не выкручусь, то никаких уже стримов не будет вообще. Так что пока не знаю.
Так, тут вроде чисто. И тут вроде чисто. Ну как, не мыто, конечно, но... Да. Чисто. Допустим. Ну да. Так, я у меня сейчас друга, да, хоть у него в ПК поглядеть можно, блин. Но это, конечно. Ну, спасибо другу, на. За помощь, как говорится. О, да. Скоро. Ох, ебать. Ты что за хуйня? А? О! Ля, подруга мочит. Ебать, она его раскурочивает, слушай. Не бей. Не нахуй. У. Отойди. Отойди. Не. 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 Прости, подруга, я случайно, у меня заклинило. Блять. Ты как? Под руку стала тупо вообще. Получила под раздачу. Сорян, бывает, ну шо. Тут стоит он под рукой. Так, обезболивающее. Это... Что по состоянию у нас вообще и это самое, у подруги есть? А, 55-95, да? Я так понимаю, больше мне надо сейчас, чем ей. 95 это еще как бы жить будет. Так, хорошо. Вроде чисто. Добавлю потом в список игрок. Ну, запись будет, то я название там закину. Психиатрическая больница. Мы в чертовой больнице, это сам. Ты разве не этого хотела? Аж не верится. Сам, мне нужен телефон, чтобы все заснять. Клаудия, это сам. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы выбраться. Мы не знаем, опасно ли здесь. Я знаю, но телефон бы сейчас не помешал. Давай просто поищем выход, а? Let's just look for a way out. И... Так, что тут у нас? It's too heavy for me. Слишком тяжело. Давай помогу. Давай. О! Толкай, шарик. Толкай. Хорошо. Дорогой Том, я принес то, что ты меня просил. Я знаю, что тут тебе это весьма пригодится. Но постарайся не пораниться. Ключ к чемодану в... комбинация, где к чемодану, это номер той ебаной машины, короче, понял? Ты готов поспорить, что ты меня сейчас спроклинаешь, типа, но я тебя знаю. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы кто-нибудь заполучил твою новую игрушку. Так, надеюсь, этот подарок поможет тебе выбраться из этого богомерзкого места. И мы сможем отпраздновать смерть этого ублюдка. С любовью, твой брат. Так, номер машины. А какой машины? По какую машину речь-то, вот это вопрос. Видимо, где-то, возможно, или оторванный номер, или машина будет, я не знаю. А, выбори. Так вот. Что у нас тут было здесь? Угу. Так, сохранение есть. Опа. Так, здесь, короче, припасы какие-то должны быть. Тут три замка. Блять, да шо ж оно все на замках-то? Угу. Хорошо, вот у нас план первого этажа. Кухня, кладовка, офис, ну, получается. Сторожка, комната посещения, лифт, и еще кладовка, два туалета. Угу.
Честно говоря, без разницы, не за что тут есть, опять по-любому открывать надо будет все это помещение, так что даже не паришь на этот счет. Так, обезболивающее. Давай сюда. Записка. Этот сукин сын обидел Марию. Я не могу это так оставить. Злость овладевает он мной, короче. Он его там, короче, может идти он к черту со своей болтовней. Он заплатит за то, что сделал. Я не буду просто так сидеть сложа руки. Хорошо. Бля, какой диван. Не, ну, к качеству моделей это претензий особых нет. В этом плане я как бы нормально. Мне кажется, цапака рановато сюда идти. Не понял, что тут у нас выход, типа, но... Давай осмотрим какие-то там другие помещения. Возможно, я что-то где-то упустил еще. Кстати, Макс. По-моему, мы с тобой в VR тут были. Помнишь, была карта, где мы это бесконечных зомби отстреливали? Здесь он была лаунж-столовка еще. Еще ключи искали тогда. Вот. Здесь он была столовка, в общем, и... Ага. Стекло, говорит, вот-вот разобьется. Окей. Вон он тут. Получается, такой же ассет здесь. Нормально. О, как наяривает. Да пизды. Окей. Вот так вот, все, карданом задело. Смерть. А если я дам люлей? Опа! Женщина, отойди. Отойди. Да не... Не лезь под руку, блядь. Так, ебать она... Ой, бля. Так, а ну, сейчас надо... И сюда, сука. Все, завалил. Ой, как сложно с ней вообще. Но, тем не менее, у нее там больше... Так, слушай, давай мы тебя вооружим, а? Держи, наверное, все-таки кинопарница этот самый. Монтировочку и работай. Урабатывай. Дешевые китайские продукции, да. Пародия не без... Патроны на пистолет, которого у меня нету. Не получится пролезть здесь, не? Не получится. Ну хотя... Не знаю, короче. Мы тогда вроде как-то там туда залезали от толку. Вроде на столах больше ничего такого нету. Записок нет. Чисто за монтировкой зашли, получается. Ну и хорошо, тут не зря сходили. Тут, думаю, понадобится. Так, что тут у вас? Ага, вот она. Кладовка к столовке. Еще патроны дали. Пистолета-то до сих пор не дали. Так, я вижу, что там что-то застряло, но не могу туда дотянуться. Возможно, если бы было у меня что-то потоньше. Говорит. А что потоньше? А потоньше у меня ничего нет. Ну, пинцетиков у меня вроде как не заваляло здесь. Так, в холодосе ничего. Или чё? Пока непонятно. Чё-то резко так сушняк напал, блин, господи. Я кофе бахнул, оно меня просто высушило, как мандарин, блин, тупо. Точная копия, да? Да. Так, ну мы туда в последнюю очередь зайдем. Да, давай еще. Ух, ебать. Что? А. Хуя себе. Погодите, что он держит в руке? Это ключ. Мне кажется, еще дышит.
Мы должны ему помочь. Так, ну ключ был от операционной. Где тут операционная, я забыл уже. Ну, кстати, там еще подвал какой-то был, посмотри, у нас. Фонарики, да, не. Ох, ебать. Даже мой телефон. Клаудия. First time I'm glad to hear you. Ну, впервые я рада тебя слышать. Что случилось? Где ты, блядь? I need your help. Мне нужна твоя помощь. Listen to me. Так, слушай сюда. Нас запихнули в чертову психушку. Выхода отсюда нет. Как ты туда попала? Клаудия. Я должна повесить трубку. Вызывай полицию. Прошу тебя. Клаудия, погоди. Не погожу. Потому что... Так, потому что записка. А нельзя взять, не? Нет, нельзя, походу. Ладно. Ну, пойдем. Вроде как не упустил ничего. Ну ладно, на выход. Здрасте. Ебать. Доктор. Ебать. Доктор. А ну давай ты. Ах ты ж, ебать. Подруга, работай, ебать. Что ж, блядь, делаете нахуй? А, сука, режет. Рубает. И ушел нахуй так. Разберешься с ним, окей? Ох, ебать, она жжет, слушай. Ладно. Да, блядь. Итак, ты хочешь, чтобы я написал о том, как я оказался в этом богомерзком месте? Твое дерьмо на мне не сработает, конечно, но вот тебе история. Всему виной, короче, пьяный мудила, который перебежал на красный. И к несчастью, моя мать... который ехал на красный, короче говоря, и к несчастью, моя мать переходила в это время дорогу. Я знаю, что допустил ошибку, но та злость, которую я почувствовал, увидев мою мать в таком состоянии, была мне неподвластна. Этот чертов мужик хотел, короче, сбежать. Как я мог его отпустить? Да, он должен был заплатить за содеянное. Я испытал такое облегчение, я поломав ему ноги. Я бы снова это сделал, даже не задумываясь, если ли тебе интересно. Я ни о чем не сожалею. По скриптам, ненавижу это место, но я верю, что я скоро отсюда выберусь любой ценой, так что не тратьте на меня время, док. Окей. Лечиться нечем. У нас, короче, по сороковнику везде все. Плохо дело. А что это? О том, что вчера произошло с Марией. Я всегда думал, что Марии шиза, что эти все галлюцинации и существа, которых она видела, не имеют логического объяснения до вчерашнего дня. Я знаю, что совершил ошибку, что я повел сам на инстинкт и злость, но в конце концов она допустила серьезную ошибку, тоже ее пришлось наказать. После этого события она указала мне на дверь, и я смог увидеть существо, о котором она рассказывала. Мое сердце замерло. Это было ни на что не похожее существо. Я подумал, что схожу с ума. Действительно, ли она была права, или что-то там могло их создавать, короче говоря, на пустом месте. Хрен его знает. Это я возьму. Так, ну, как обычно, это все мне, конечно. А потом как... По чьей-то вине, это я страдаю, тут еще разваливается все. Тут кто-то плачет. Anybody home? Заперто.
Anybody home? Кажись, никого слушай. В этой душевой мы что-то находили тогда. Там ключ какой-то был, по-моему. Запято. А если бахнуть? Запято. Ну ладно. Заперто, значит, заперто. А это мы осмотрели. Сюда мы сходили. Карту посмотрели. Вот у нас он surgery room. В принципе, вот здесь она была, но... Ну и хрен с ней. Дальше пойдем. Мужик уже, наверное, на атому дух испустил 200 раз. Так. Какая-то фотка. Заебись. Что с этим делать теперь? Так, снова, короче, патроны на дробовик, но ни дробовика, ни пистолета у меня пока вообще нет. Что с этим делать, я не знаю. Так. Ага. Так, обезболивающий. В принципе, можно, наверное, ей дать. Давай. Партнер. Бухай. Так, хорошо, есть. Это мы сделали. Дальше возвращаемся. Следующее помещение. А, у нас там еще лифты, короче, не рабочие. Вот тут у нас какая-то кладовка была. А, это... Нет. Нет. А? Угу. Дали ключ, короче, от это самое. От дневной палаты, типа. О, бля, ну начинается, слушай. Ну так все хорошо было. Сейчас. Тут где моя ручка? Так, это ноль. Дальше, короче, рога вот эти. Это 2. Дальше пентаграмма. Это у нас 4. Зуб, короче, 6. И вот эта бабуйня 8. Хорошо. Зарисовал. Так. Еще какие-то подсказки? Что-то осматривать надо, нет? Вроде нет. Ну, пойдем отсюда туда, значит. Так, туалеты, да, здесь должно быть? Да. Это еще помню. Так. Что здесь? Тоже туалет? Ничего полезного не завалилось? Нет? Вроде нет, нормально, все. По шкафчикам никого. О! Патроны на дробовик. И мы получили, короче, от дневной комнаты, получается. Она, по-моему, на первом этаже должна у нас находиться. Получили ключ. Кстати, тут я так и не смотрел. Есть что-нибудь? Нет. Еще патроны. На дробовик. Нас уже фаршируют ими прям. Да? Подруга. Так, хорошо. Значит. А, погоди. А не на втором ли этаже вот это вот было сейчас? О, завис что-то немножко. Не вот это ли было? Не. What the fuck? Что это было? Кто это делает? Угу.
Здесь тоже чисто. Хорошо, тогда, значит, мы получили ключ, я так понимаю, от вот этой комнаты, которая находится здесь. Что за звуки? А, подвал, подвал, да. Так, это у нас, значит, day room должна быть. Росток. Не, не, не. Не. Разматывай его, дорогая. Давай. Я второго на себя возьму. Опа. Опа. Отлично. Отлично сработано, подруга. Так, значит, что тут у нас завалялось? Тут у нас есть патроны на пистолет, без которого до сих пор нет, сука. Где я его брать буду? Так, обезболивающее есть. Чё по здоровью у нас? О, нормально, даже не получили повреждений никаких. Это замечательно, на самом деле. Так, проектор рабочий. Так, мы что-то взяли опять-таки. Ага. Надо пленка, чтобы посмотреть, что там есть. Но пленки у меня нет. Маленький ключ. От маленького сердца. Так, думаю, надо спуститься в подвал. Да-да-да, оно все закрывается, я такой... О, боже! Не поддается. Сука. Так, а что здесь? Вот это я возьму. О! О, oh, no. Oh, нет. Это же он. Кто-то сделал. Лучше об этом не узнавать. Надо уходить. О, боже. Зажигалку взял. Так, что-то я раскидался. Что ты, мужичара? Пинцетик достал. Ебать! Это Терминатор. Someone is coming. Hide. Turn off the light. Кто-то идет, это самое. Вырубай, короче, сейчас свет. А, H, H. Ну, присядь, что ли, я не знаю. А, хе. Ну просто приедете все. А, ну да. То перед этим уже было. Так, и шо? Можно уходить или пиздюлей ему дадим? Голова. Голова сейчас. Опа. Хоппа. Хоп. 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 Я не могу, блядь, с этого. Пошли, короче. Чем мы-то, собственно, выёживаемся? Так, нихера не жила. Ладно, короче, я попёр. Так, не хватает трех предохранителей. Ебала здесь? Кажись, да. Ну хорошо, я рискну туда зайти. А, это ж мы начали здесь, господи. На что я рассчитывал-то, собственно? В шкафчиках ничего нет. Все, надо было, короче, подвал изначально этот дергать. Так, возможно, на если по ним жахну монтировкой. Так, ну надо бы был подруге монтировку забрать только. Дай мне. Давай меняться. И... напарнице это самое, биту. А ну.
Ну, давай. О! То на бутылку кусил и не встал больше. Пистолет! Так, можно пистолет мне сразу? У нас же там уже патронов насобиралось. Аж 28 штук. Я же буду прям вообще этот самый. Непобедимый. Так, монтировочку, короче, партнершу. Манекен. Манекен. Так, тут у нас написано 4, 6, 4. Так, опять была какая-то комбинация, я не знаю, где ее совать, а только вот эту комбинацию. А ну, почитаем. Я присяду, наверное. Ага. Я устал уже просить помощи. Каждую ночь молюсь о прощении, и ни одна из моих молитв, получается, не получила ответ. Мать учила меня не терять веру, но... Невозможно на ее удержать, когда видишь, что ничего не меняется, и что все только хуже, ничего не происходит, и все остается одно и то же самое. И превращается в бесконечный цикл страдания. Окей. Ты тоже так думаешь? Пойдем дальше. Так, хорошо. Застряло, да ебать. Так, ну хорошо, у нас там еще было на каком-то этаже какой-то там секрет. Ох, ебать. Бля, какой чертяка несется. Заряжай. Зря, говорит, он тратишь время, мы его даже не раним. Ля нам мочит, слушай. Голова вообще в больнице. Да, вот мы, по-моему, мы как раз с ними боролись тогда. В VR тоже. А где было то помещение с этим? С дыркой. По-моему, где-то на первом этаже я простыкал, видимо. А другой был? Окей. Замедление я срабатывает всякий раз, когда подруга, короче, начинает мочить. В эти моменты она там раздает люлей. It's too heavy for me. Let me help. Давай помогу, короче. Давай. И сама тащит. Ебать, она мощная, слушай. Ой, блин. Так. Что-то подвинуть надо, нет? Еще. Так, залезть можно, нет? А, я понял. Так. Так. Афро. Circus. Афро-циркус, оп, черт. Будь осторожнее. Окей. Так. И чтоб по кругу вышел. А. Окей, так, и шо? Ага, понял. Тут у нас, короче, один, ну, предохранитель из трех, типа, да? Так. Опа, и слез. Нежданчик вообще, да? Хотя уже не помню. Да, в принципе, не заморачивайся, то уже такое. То уже такое. Так, а три замка? Не, нельзя. Комплюктер. А, тут сейф, я понял. Ну, сейф это хорошо. Сейф это вкусно. Так, значит, что у нас? Что у нас здесь? Здесь уже были.
Все, осматривали ли, подруга, не мешай. О, ползет чертяка, ползет. Так, там туалеты. Раздает он, подруга, короче, людей там, то молочинка. О, посадил его, короче. О, полезли, сюда сходим. О, бой. Ты посмотри, какой элегантный, импозантный. О, это тоже все, это тоже. Я заебался такой, да? Чем вы тут занимались? Рассказывай. О-о-о. Да, вот это нам надо. Потому что там у нас... Ебать, он что, уволится, слушай. Вон он что, уволится. Так, а что здесь у вас? Что это? Это пахнет ужасно. Так, шприц какой-то вижу. Но не могу его взять. Так, сейчас чуть-чуть подвисает, но в принципе жить можно. Так, ну мы на фотке видели вот такую его позу, но развернуть вот надо его. Можно вас? Не. Так, нет. Вот так вот, да, и... Тут нельзя повернуть как-нибудь к этому всему. Бляха-муха, челик. Ну вот. Да. На фотке он немного по-другому выглядел. Вот так вот. Ну и посмотреть вот туда надо. Но не знаю, как его развернуть. Что с тобой делать, ты? Балбес. Что-то не то. Возможно, надо что-то подвинуть, я не знаю. Это самое. Бочки. Как теперь развернуть, заразу? Так, что-то непонятно. О, тут можно еще вот так вот делать что-то. Ну даже так. Там что-то двигается, я слышу. О, где-то там открылось. А ну давай сюда. В смысле, оно на время, что ли, раскрывается? О, патроны. Патроны нужны? Так. И как нам быть-то, собственно, здесь? Закрой. Что-то двигается, но где двигается вот это, не пойму. И уж что здесь? Да вроде нет. Так, ладно, пойдем назад. Здесь опять же штуки, столовка, но... Нам надо отыскать предохранителей, я не знаю... где еще два? Вот что-то открывается, что-то шевелится, я не пойму...
Что это за звуки такие? Что-то движется. Бля, подруга раздает. А, чё это? Ну, 4, 6, 4, сейчас. Как это работает? А, WASD? Не? Или чё? Так, сейчас, подруга, одну секунду. Погоди, разобраться. Ну. Я тупо не могу, короче, чё? Так, назад можно как-то, не? Ну, пиздец, управление, конечно. И шо, и как? А, на пробел. Так, 3, 4, 6, 4. Эй. Так, я получил пленку. Пленка у нас, короче говоря, да, был этот. Господи. Да, по-моему, на втором этаже проектор, кажется. Или на первом. На первом, опять-таки. Какие у нас он Day Room был. Сейчас посмотрим. Я, кстати, не знаю, что там сейчас с подругой. Возможно, ее надо будет как-то полечить, но... Проверим. Так, вот он. Вот и он. Так, проектор, опять же таки. Мне понадобится пленка, чтобы посмотреть, работает ли. Ну. Так я ж вроде нашел уже пленку, разве нет? Что за прикол? Так, тап. Инвентарь. Ну вот она есть. Возможно, на там что-то интересное есть. Ну давай. Ну цепляй, ну что ты? Ага. 1080p на пленке чат. Блять, не загораживай, женщина, отойди, блять, надо, не вижу нихуя. Так, что тут вообще делается? Ну, что-то красное виднеется. Так. Угу. Что-то непонятно. Бегаю где-то по улицам. Что происходит? А я так и не понял, к чему у нас вот этот видос был вообще? Чё я должен был увидеть там? Так, что-то зависло, чат. Ой-ой-ой. 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 Чё, уже записываешь? Как я выгляжу? Прекрасно, как всегда.
Не, я серьезно, если я стану знаменитой из этого видео, я хочу, чтобы все видели меня с лучшей стороны. Стать знаменитым, мне это нравится. Но учитывая все то, что ты рассказал мне в этом месте, это видео точно завирусится. Так оно и будет, дорогая. Нам только надо забраться в эту чертову психушку. Ты уверен, что то через эти тоннели надо зайти? Да, я получил информацию от надежного источника. Я тебе доверяю, но только не трать мое время попусту. А что если тут кто-то живет? Мы прихватили с собой ножичек. Дай его сюда, это самое. Да, а ты снимать будешь. Но мне не нужны руки, чтобы держать камеру. Да, но фокусироваться надо чем-то. Ты уверена? Так. Залезли куда-то, слушай вообще. Я думал уже все, что. Там кто-то ходит. Не открывается. Так. Я точно здесь сдохну. О! Супер СУС. И на контактный рельс сейчас только и все. Нельзя сюда, не? Даже лампочки какие нормально сделаны. Блять, беги. О боже, мы все здесь умрем. Боже, что делать? Закрой дверь нахуй. О нет, мы в безопасности. Я надеюсь. Успокойся, мы найдем отсюда выход. Я тебя ненавижу. Ищи. Мы тут надолго. I hate you. Hey. Опа, залез. Паркур. О, так, сейчас. Так, сейчас. И куда? И куда я со всего этого залезу? Не. До сих пор не понял, сейчас. Там что-то есть. Я туда не пролезу. Женщина. Вот это она жжет, слушай. Так, а ну давай. Ованьки. Опа. Так, заполз.
Хоп, и вентиляцию. Ну что ты? Полезли? Мы лезем уже третий день. Вот в этих тоннелях непонятно, где заканчивается поворот и начинается другой. А, точно. Здесь. Так вот. Прошло уже три дня с тех пор, как я уговорил эту женщину пойти со мной. И теперь она преследует меня с ножом. Простите. Так вот. Сейчас. Надо следить за мордасом. Я так и думал. Ну что, побежали? О. Так, не хватает двух вентилей. Ты что, совсем там что ли? Подурили. Вижу один вентиль. Колесо есть. Смотри. Так, остался еще один. Может, это спиздить? Нельзя. Ну ладно, давай. Я тут не пролезу. Полезешь? Я попробую. Давай. Полезай, ну что ты выделываешь? Давай. Опа. Готово. Руль взял. Побежали. Звуки вот эти, господи. Что-то крипово. Вода раз и всосалась. О боже. Как будто слив в обратном этом самом, да? В обратной съемке. Так, и что тут у вас делается? Так, еще один вентиль. Куда его? А, там трех не хватало, точно. Наверное. Еще посмотрим. You'd like to think I'm crazy. Так, а что тут? Некуда совать его. А куда мы должны его засунуть, собственно, вот это вопрос. Ну хорошо, пойдем назад. Видимо, где-то там, наверное, для открытия там дверей надо серый вентиль. Сейчас посмотрим. Как и предполагалось, на гермодвери, короче, нужен. Что тут у вас? Look! Смотри!
О, это же нас куда-то тащат, чат. О, нет. О, нет. Так, значит, что здесь еще кто-то есть. Нормальная загрузка, что-то. Так, ну, курсор на месте застрял, поэтому, я думаю, надо, да, просто подождать и не нажимать ничего. Сейчас разберемся. Схожу, только вас возьму, надо пока. О, как раз успел. Так. Ну хорошо, посмотреть. Мы посмотрели, наша Эбби, он стоит уже там, напряглась. Но что это нам даст, тут это еще отдельный вопрос сейчас. Кстати, курсор убрать надо, это самое, надо уже мочалит кого-то, лень. Так, а где мое оружие? О! Ой-ой-ой! Минус дик. Ужас. Так, а вот и обезболивающее. Погоди, оно как будто загрузилось или что, я так и не понял. Я что-то упустил или мы как-то... Что-то произошло? Чат, меня завалили ли, пока я за классом ходил? Или что? Уж больно подозрительно как-то. Так. C33. Во сколько у нас там? Странно, что там, ну, до сих пор он свет есть. Видимо, сегодня у нас как-то будет полегче, чьё-то дело все работать. Так, снова все двери позакрывались. Я так понимаю, обновились локации. Раз. Пошло все еще раз. Так, а ну-ка. Надо найти предохранителя. Ну, так у меня же есть. Разве нет? О, две штуки есть, ну. И что не так? Ну, кстати, ресурсы покидали заново уже хорошо. Так. Не завалялось ли предохранитель где-то еще? Ну, короче, последнее осталось где-то найти, и хорошо будет. Так, тут нет. Хорошо, пойдем назад. О, тут вот чувак исчез. Хорошо. Тут все заперто, ну, застряло, вернее. Что-то не пускает.
Ну и ладно. Допустим, здесь я все осмотрел. Лифт не запустится, пока не запустим этот самый, да, все это. Кто там шипит? Так, еще обезболивающее нам кинули. Так, еще патроны. На дробаш. А где бы достать еще один на предохранитель? Последний. Было бы хорошо. Так, а по ящикам тут нет ничего? О, кстати, те следы остаются, чат. Я не заметил даже что-то. Нормально. Так, хорошо. Ну, а в столе нет? В столе нет. Ну ладно. Закрыто уже некоторое время, нам говорят. Значит, думаю, надо еще как минимум сохраниться бы не мешало. Здесь надо три замка открыть. Пометок вроде никаких нету больше. Так. О, то нам наваливает обезболивающих. Это, в принципе, хорошо. Воспользуюсь этим багом, так сказать. Так. И это мы рассматривали сегодня. В шкафу ничего нет. Здесь мы уже ходили. Ай, красавец. Не хватает рычага. Интересный момент. Господи. Пошло зависать. Ну хорошо, отыскать рычаг и еще один, но предохранитель надо. Мне кажется, предохранитель в разы легче найти, чем это дело все. Так, сюда давай еще зайдем. Перепроверим, что тут у нас завалялось. Если оно тут есть. Так, вот что-то есть. Патроны. Достал рычаг пинцетом, точно. О, боже. О, нет. О, нет. Ебать. Ля, какая хуйня. Оу. Ах ты, падла. Че я упал? Меня вроде как бы не били даже. Нормально. Хорошо, рычаг есть, значит, я ошибался насчет того, что проще будет найти предохранитель. Давай сюда рванем. Возможно, сейчас рычаг отвечает за поворот вот этого вага, красавца, куда-то. Так, а ну. Ну еще давай. И еще давай. Кто ты пришел? Ты мохнатый. Получил ли? Не-не-не, давай еще. Ключ от спальни нам закинули. Да?
Знаешь, такая. О, no. Воу! Ля, подруга, слушай, мощная. Роберт, остановись. Так, минус один. Фу. Так, ну мы получили ключ от спальни. Где была эта спальня, вот этот вопрос. Ни хрена уже не помню, на самом деле. Сейчас посмотрим карту, наверное, или типа того. Так. Здесь не вижу. Ну хорошо, тогда, наверное, все-таки. Тогда, наверное, все-таки на второй этаж. Возможно. Кто-то орет. А это ты все? Продолжайте. Ну вот, начинается. Ну, подруга раздает там. Ля какая. Молодчик. Чего ты хочешь? Да сиди уже, господи, ну что ты уделаешься? Так. Собственно, что мы тут должны были найти? Возможно, на предохранитель, но номер 3 находится здесь. Костыль. Ну, костыль нам зачем? О, не, это патроны. О, боже. Чат. Знакомая моделька, не кажется вам? Типозить буду. Оу! Так, сейчас надо. Я пока нормально, еще жить буду. Слышь ты, блядь. Не пускают нас отсюда, слушай. А что надо делать? Тут что-то подорвали, а зачем? Оу. Теперь это манекен. О, блядь. Ай, блядь. А, короче, под трубу его надо заводить постоянно, я понял. Окей. Так, ну у нас есть еще обезболивающие. Вот один себе, один напарница, давай. И... А, вот газ. Набирается газ. Ну-ка, все. О, чёрт. Жесть. Ангарс.
Да ебать. Я не знаю, чем его тут зажечь можно. Патронов-то нет. А, зажигалка есть. О боже, котяра, не вовремя. Ты пипец как не вовремя сейчас. Боже. Господи. Поджечь надо как-то, но не знаю как. Не поджигается, короче. Пиздец. Чат, ну походу оно забаговало, короче, я не знаю. Надо будет там перепройти еще раз. Так, сейчас. Куда тебе кота? Выпущу, короче, вернусь к вам сейчас. Минутка паузы. Так, я вернулся. Та-та-та-та-та-да-да-да. Ножика в зубах не хватает, да. Я пока не знаю, что с ним делать, но... Не горит ничего. Не знаю, блин. Так, что? Тут не могу навалять, слушай. Забаговалось, походу, да. Потому что, как-то это связано с трубой, то трубу надо подстрелить, им стрелять уже нечем. Давай это самое, загрузим автосейв, наверное, что ли. Ну да. Фестиваль бешеной коровы. Бу, сука, буду это смотри, куда. По страшном кино. Так, загружается. Сейчас. Возможно, сегодня допройдем эту хрень, но мне кажется, она растянется на много-много часов, потому что мы так и не дошли до тоннелей тех еще, которые видели.
А учитывая, насколько часто забаговывается все, то, то придется, наверное, растягивать на то несколько стримов. К сожалению. Ну, кстати, загружаться пока не хочет. Зависает все. Ну да, да. Давай тогда, Макс, иди отдыхай тоже. Спасибо, что заходил сегодня. Да, в принципе, пожалуй, я, наверное, это тормозну. Да пройдем еще чат. Да пройдем, то только надо будет, наверное, выделить им время, или завтра, или когда там получится. Займемся. А так еще не прошли тот хоррор с вчерашней ебакой, но я так что-то посмотрел, это самое... перехотелось то разбираться с этим, потому что ну вот приехали, короче, потому что там очень сложно, короче говоря, из-за забагованности тебе пройти тоже. Вот не знаю, то по настроению уже как-нибудь сделаем там. Так, чат, ну что, пока на этом, наверное, все. Вот, опять спасибо вам еще раз всем за просмотр. Увидимся тогда завтра, думаю, наверное. Пока что запись немножко кого подкорректирую и выложу. Вот. Так что это самое, не расстраивайтесь. Ватись, кто не успел еще. Все. Спокойной ночи всем.